Алеша Пермяков решает сменить суету городских будней на спокойную жизнь на природе. Шаг ответственный и затратный. Уют на своем загородном участке еще нужно организовать. Как? Поможет научный подход. Без малого 90 лет на территории Пермской сельскохозяйственной академии растет и ежегодно цветет питомник растений Липогорье. На территории 9 гектаров под чутким присмотром научных сотрудников выращивают и продают ягодные кустарники, овощные и декоративные растения, лесные породы и орехоплодные культуры. Мы здесь выращиваем более 1000 всевозможных видов и сортов растений, то есть огромное количество, огромная коллекция плодовых, ягодных, декоративных, лекарственных, цветочных растений. То есть мы можем проводить экскурсии для садоводов-огородников, для школьников. На базе научно-учебного центра Липогорье сотрудники сельхозакадемии постоянно проводят исследования. Все годы центр служит полигоном для испытаний, проверки и внедрению новых овощных культур. Для дачников и владельцев домов здесь выращивают саженцы. К слову, сезон посадки начнется уже в ближайшее время. Здесь их выкапывают при покупателе, они не хранятся в помещениях и тем самым сохраняют вид. Приживаемость растений практически 100%. Для тех же, кто только мечтает о загородном участке, не покидая города, можно собрать урожай ягод. Любой желающий может приехать к нам в рабочее время и самому пособирать ягоды, смородина, крыжовник, ряд ягод, которые у нас здесь произрастают. Ну и сколько насобирали, платят за килограмм собранного продукта. Научные исследования студенты и преподаватели ПГСХ проводят не только в питомнике растений. На одной территории рядом с Липогорьем находится ветеринарный центр «Ветлайн». Студенты ветеринарного факультета проводят практические занятия и исследования. Здесь же оказывают профессиональную помощь домашним животным. Растет спрос, требования к оснащенности ветеринарных центров, ветеринарных клиник, компетенции ветеринарных врачей. Вот. Это все стимулирует нас, как специалистов в ветеринарной области, постоянно самосовершенствоваться, постоянно развиваться, покупать наилучшее оборудование. Этот ветеринарный центр многофункциональный. Здесь есть отделение терапии, круглосуточный стационар. Наличие современного оборудования позволяет проводить сложные операции или выявлять заболевания на ранней стадии с помощью УЗИ и рентгена. Выезжают специалисты и в домашние хозяйства, лечат крупный рогатый скот. Научный подход в сельском хозяйстве – залог успешного развития. На базе сельхозакадемии работает лаборатория освоения агрозоотехнологий. К слову, все эти научные центры объединены в сообщество «Агротехнополис». В лаборатории проводят исследования воды и скважин, почвы. Определение плодородия почвы, исследование почвы и почвы грунтов. Также определение, анализ воды, молока, анализ сыворотки, анализ растительных образцов, кормов. Владельцы, допустим, дачных участков, много тоже у нас почву приносят, и они узнают, то есть, насколько у них почва плодородна. И если им нужно узнать, что для этого нужно делать. То есть мы проводим исследования, даем заключение. Качество урожая, говорят в лаборатории, после проведенных работ улучшается год от года. Все исследования проводят на современном оборудовании отечественного и иностранного производства. На базе учебных центров при участии научных сотрудников проходят конференции и семинары. А для садоводов-любителей организуют консультации и мастер-классы. Свежий воздух, натуральные продукты, чистая вода. Жизнь за городом имеет массу плюсов. Чтобы природная идиллия была в радость, участок нужно грамотно обустроить. Ведь только тогда земельное владение принесет максимальную отдачу.